Друзья, конференция X5 «Диалог». Сегодня здесь не только обсуждают важные вопросы ритейла, но и награждают заслуженно партнеров. Александр Ружевич, генеральный директор Coca-Cola HBC Россия, прямо сейчас здесь передо мной. Александр, я поздравляю вас с этой наградой. И не могу не спросить, что она для вас означает. The award is something which is, I would say, mapping our way forward in cooperation with the X5. Эта награда, я бы сказала, очень важная веха на карте нашего сотрудничества с группой X5. This is award which is basically marking our development for new trends, which are addressing new needs of the consumers. И эта награда отмечает наш вклад в разработку новых тенденций, которые наблюдаются в удовлетворении потребностей, вновь появляющихся у наших потребителей. Which is telling us a lot about dialogue, trust and partnership, which we have in X5 in these tough times. So looking forward and bringing trends and needs of the customers and consumers in the heart of everything which we do is and will stay our way forward in partnership with X5. То есть мы воспринимаем эту награду как признак большого доверия, признак активного сотрудничества и признак того, что все, что мы делаем с X5, в основе этого лежит наш клиент, удовлетворение его потребностей, и так оно и будет в будущем. Говоря про новые тренды, сегодня ESG-контекст набирает обороты, и все стремятся к здоровому образу жизни. Расскажите, как трансформируется компания Coca-Cola? Yeah. Also, ESG is something which is in the heart of everything we do. We do it in a 360 way. ESG, повестка, то, что находится в основе всего, что мы делаем, у нас подход 360 градусов, то есть мы не оставляем незамеченной ни одну область. When it comes to environment, we are committed to waste collection, so we have the infrastructural and also educational campaigns about waste separation and waste collection. И прежде всего, это экологическая повестка, это, в частности, раздельный сбор мусора. Мы занимаемся тем, что мы рассказываем о важности этого направления и многое делаем в практической плоскости. Also, we are introducing rPET in our production, so recycled PET in production of our PET bottles, and we are committing also to collect equivalent of 100% of the waste we are generating up to 2030. И мы говорим, что к 2030 году 100% всех отходов, которые у нас будут, обязательно будут утилизироваться. Сейчас мы очень многое делаем из пластика, который вторичный уже проживает жизнь, и это то, что находит свое отражение в нашей упаковке. Большая часть делается из такого переработанного пластика. As far as its sustainability concern, Coca-Cola is ready for the 5 years leader, global leader, according to Dow Jones Index. And we are committed to this journey, and we are committed to renewable sources of energy, smart usage of resources, i.e. energy and water. So we are going to play a crucial role in this area in the future. То, что касается устойчивого развития, здесь мы также являемся лидером. Очень гордимся тем, что на протяжении 5 лет, согласно оценке Dow Jones, мы были лучшей компанией. Мы многое делаем в области использования возобновимых источников энергии и различных более экологичных способов использования энергии и ее производства. And last but not the least, when it comes to our social impact and social programs, we are committed to contributing to local communities and to inclusiveness agenda. So again, ESG is in the heart of everything which we do now and which we plan to do in the future. В отношении социальной повестки мы очень многое делаем для поддержки местных сообществ, а также в продвижении идей инклюзивности. Повторюсь, это лежит в основе всего, что мы делаем. Ну и завершая наше интервью, вы как представитель такой крупной компании, оцените сегодняшнюю конференцию, как у вас впечатления? I just share my impressions with X5 colleagues. They continue surprising us in a positive way. Everything is on the different next higher level. From the change of visual identity to the superb content and the clear strategy when it comes to the future of the X5 business and also our cooperation.
Ну, я должен сказать, повторюсь здесь, я говорила об этом в предыдущем своем интервью, коллеги из X5 не перестают удивлять нас. Каждый год они предлагают что-то новое. В частности, здесь мы видим новое визуальное совершенно оформление, результат ребрендинга. Мы видим, что это совсем другой уровень общения с поставщиками. Мы видим очень четко проговоренную и прописанную стратегию, так что X5 выходит на новый уровень. And we are committed as one of the key partners to X5 to walk this way and to continue this journey of growth together. И как один из ключевых партнеров X5 мы также берем со своей стороны обязательство всячески поддерживать группу X5 в их движении к лучшему будущему вместе. Спасибо огромное. Будем ждать ваших новых проектов вместе с X5. Удачи и удачной конференции. Спасибо. Спасибо вам большое.